Банковские льготы и лицензии, моратории, отсрочки по налогам, антикризисные меры поддержки бизнеса и меры повышения устойчивости экономики в условиях санкций обсудили в администрации муниципалитета. Одна из основных наших мер поддержки, субсидий, которые пользуются большой популярностью, это мы ежегодно из муниципального бюджета выделяем 20 миллионов рублей на субсидирование малого и среднего предпринимательства. Стали ключевыми вопросы импортозамещения и выстраивания новых логистических цепочек поставщиков, товары которых раньше поступали с западного направления, в частности из Европы. В Одинцовской торгово-промышленной палате активно разрабатывают свои антикризисные дорожные карты. В таких кризисных условиях это в первую очередь подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. Мы очень ждем, в ближайшие дни на заседании Госдумы должны вноситься изменения в закон Российской Федерации о подтверждении обстоятельств непреодолимой силы. И реально таких пострадавших много. Не оставили без внимания и социальный бизнес. Мера поддержки, которая действует в Московской области для этой категории – льгота по упрощенной системе налогообложения. Это действительно важно. Сфера, для которой в Московской области созданы достаточно уникальные условия с точки зрения финансовой поддержки. Московская область номер один среди всех субъектов Российской Федерации по количеству этих социальных предпринимателей. На территории Одинцовского округа функционирует 813 производств. В ближайшее время появятся новые. Помимо встреч с предпринимателями, ранее уже проходили заседания по вопросам поддержки работников предприятий и обеспечения занятости. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».